Rainbow English, учебник, 5 класс, юнит 3, степ 10 и упражнение номер 8. Первые буквы этих слов создают или образуют новое слово. Что же это за слово? Запишите их. То есть вот здесь мы записываем слово, но перед этим давайте разберемся, что же вот это у нас тут за слова зашифрованы. Итак, первый — это цвет. Ну, цвет, я думаю, все этот знают. Это я буду тогда выделять большими буквами именно первые буквы этих слов. Green. Ну, давайте вниз пройдемся. Будем вертикально эти слова строить. Так, затем второе тоже цвет. Цвет у нас желтый. Yellow. Так, ну здесь, наверное, гора имеется в виду. Слово гора, если не ошибаюсь, вы уже проходили. Так, это у нас mountain. Затем гнездо. Это вообще чуть ли не во втором классе у вас было слово nest. Муравей. Ant. Затем воробей. Новое, как раз вот недавно в басне оно встречалось. Sparrow. Ну, многие знают Jack the Sparrow, да, то есть пиратов Карибского моря. Затем палатка. Tent. Мороженое. Ice cream. Вишенка, насколько я вижу. Cherry. Так, и последнее, ну, если это носок, то сок. И смотрим, что получается. Ну, вроде нормально там все получается. То есть, смотрите, какое слово. Давайте тоже с больших. Gymnastics. Ну, на всякий случай, давайте маленькими, кто не знает, как его правильно писать. То вот, ой, то же самое, понятно. Так, минутку. Не пишите только два слова, это я для тех, кто не очень понимает заглавными, то тогда мы пишем вот так маленькими. То есть the word is gymnastics, гимнастика.